Очередная прогулка на любом месте около Леруа Мерле. Иду в лес. Обратил внимание вот на такое, на такие следы. Похоже, здесь какая-то трагедия произошла или могла произойти. Что-то очень крупной лапы, а? Погналось за чем-то очень шустрым. Слушайте, ничего себе заяц. Вы посмотрите на эту ногу. Вот это след зайца. Это же был матерый зайчище. И они куда-то туда рванули. Может, где-то кто-то кого-то и съел. Ладно, не пойду туда. Хочу пройти маршрут. О, ничего себе следы. Но это я матерый зайчище. Кстати, новшество у меня сейчас покажу. Так что теперь будем еще и себя снимать на фоне. Не думал никогда, что такого доживу. Однако дожил. Здрасте, мы гуляем по окрестностях на снегоступах. Вот, собственно говоря, эти самые снегоступы. И мы идем пройтись по окрестностям. Идем мы вот туда, в лес. Ну, мы, это я и снегоступы. Здоровый образ жизни, он, знаете, требует осмысления и даже где-то единения с собой, с природой. Ну, как-то так. Ну, моя любимая могучая ель. Ишь, деревья у нас в лесу еще, а? Потрясные есть. Так, ну а я иду гулять по лесу дальше. Следы есть, но уже не в таком свежем виде и обилии. Но зверь есть. Так, любимая есть. Развилочка. Туда ходили в прошлый раз. Туда прямо на автобан. Назад к Леруа. Сюда, наверное, Менделеева. Ну, я прям на положении добромолодца перед камнем. Ну, соответственно, на в роли добромолодца сегодня я. И пойду вот туда. Попробую до Менделеева дойти. На снегоступах. Вот, вот на этих. А? Посмотрим, что получится. Пошли, самому интересно. Но лыжню не портим. Лыжи эти снегоступщики, а не снегоездчики. Идем параллельно лыжне. Вокруг красота такая. Лепота. Вот квартальный столб. Даже еще надпись сохранилась. 27 и какой-то 20. По нему можно сторону света определять. По квартальному столбу. Но это явно просека. Странно, здесь не видно перекрестка просек. Что он тут делает? Непонятно. Возможно, когда-то были просеки. Ну, такой глубокомысленный вывод я сделал. Место очень похоже на пересечение просек. Вот оттуда я пришел, туда собираюсь уйти. А здесь вот, похоже, идет просека. Вот. Ну, я буду двигаться вперед дальше. Вот здесь около озера Зубов. Зубовская, вот там, похоже, где-то Зубовская. Это то ли водораздел, что ли, какой-то. Интересно. И по левую руку какое-то у меня озеро. Сейчас попробую посмотреть. Не говорит никакого. Ага. Вот еще озеро Васино. Но это в ту сторону совсем. Выходите на прогулку, несите дома. Ну как здорово. Так, квартальный столбик без номеров. Хотя на затесе может что-то есть. Нет, нет. Так, одна сторона, оттуда я пришел. Туда я не пойду. А я вот в ту сторону пойду. Так, телефон. Ну-ка, извиняюсь. На перекрестке я стою. Видите, пути дорожки расходятся. Вообще лес-то он весь из перекресток состоит, из кварталов и, да, и просек. А на перекрестках стоят вот такие столбики. Так, ну что ж, продолжаем наше путешествие вокруг Зеленограда. Зашел я в погибший лес. Видите, деревья без вершин, сухие. И он свежий, похоже, недавно дерево упало. Потому что за мной есть пропиленные проходы. Ну, видимо, кто-то готовил место осенью под лыжи. А здесь даже пропиленного прохода нет. То есть недавно упало дерево. Кстати, еще раз хочу напомнить, если кто-то будет гулять сейчас в этих лесах, аккуратнее, они падают. Особенно
очень опасно при ветре. В общем-то, оно хоть и сухое, но вес, сами понимаете, у него огромный. Поэтому надо быть очень осторожным. Какие гигантские ели. Я в том году, кстати, попал в такие завалы. И, в общем-то, еле-еле выбрался. Слава богу, здесь все-таки просека. Так что подмосковные гуляния не так уж и безопасны, как можно представляться. Вот где были зайчи в гонке. Он сначала сюда бежал, потом отсюда. Здесь развернулся. В общем, непростая тут зайчья жизнь проистекает. В этих самых местах. Вот так вот. Так, ну а я продолжаю свой путь. Вниз пошла просека, наверное, уже к реке где-то скоро выход будет. Так, еще один старый квартальный столб. Пришел я оттуда, иду вот туда. Там автодорога, это дорога Менделеева, наверное. Да, но я хочу до реки дойти, так что мне прямо. Прямо. Так, продолжаем. Дошел я, речка. Прогулялся. Здесь празднуют славянский праздник люди. Ну, а я... Так, там скоростная дорога идет, а я пойду сейчас в сторону Менделеева уже пешком. Уже без снегоступов. Отходи. Ну вот, я и вышел. Теперь путь по известному мосту. Понад речкой. Я выхожу к людям. Вот, отлично Менделеевский. Менделеевская горка. Поляна мои. Бывшая поляна мои. И теперь дорога домой. Вот по этой тропе пойду в Менделеево. Здесь оживление уже. Менделеево такое место оживленное. Поэтому удивляться не приходится. Винным коробкам на крыше машины. Цимлянский резерв уже открыли. Ну, видимо, празднование. Везде тут жизнь. Следы. Вот здесь у меня есть любимое место. Вот этот вот реликтовый лиственничный лес. Вы не ослышались, это лиственничный лес. Я уже не раз про него рассказывал. Его посадил лесник более 100 лет назад. Вот он как раз там до дороги тянется, но удалось его сберечь. Дорога все-таки его не перерезала, повернула даже немножко. Вот в наше время временщиков вот такое очень... Как-то, вы знаете, в России были люди, которые думали о будущем. Вот этот человек понимал, конечно, что он не увидит этот лес, когда его сажал. Но он его посадил. Конечно, это обязанностью было сохранять лес. Но многие ли у нас люди, которые обязаны что-то сейчас сделать, выполняют свои обязанности? Немногие. А в Менделеево под Зеленоградом есть место, где жил человек с державным мышлением, который понимал, что... И после него страна будет жить. И после него будут люди. Культивировал лиственничный лес. Вот он, как память ему и остался. Сейчас перекушу здесь. Я тут традиционно люблю остановиться и перекусить. Красивое дерево. Красивое. Ух. Да. Ну вот. Ну вот. Вот на этом пенечке, пожалуй, и будет мой бивак. На бивак были поданы горячий чай. И бутерброд с колбасой. Ну, кто работал, кто устал, погулял и чай настал. Меркается. Пора домой. Перекусили немножко и путь. Путь дорожку. Дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем. Над милым порогом. Махнуть серебряным тебе крылом. Заканчивается мое путешествие в комфортабельном автобусе, идущем из Менделеева в Крюково. Прекрасная прогулка. Продолжим следующие выходные.